с фестивальным движением мы сотрудничаем уже очень-очень много лет. Следим за творчеством, сами участвуем. На «Хрустальной нике» мы уже третий или четвертый раз. Вот. Мы любим организаторов, мы уважаем, ценим. Нам очень нравится сам театр, нравятся отношения, коллективы. По-доброму все. Нравятся члены жюри, которые дают свою объективную оценку. То есть, как бы, мы довольны и надеемся, что мы еще не раз приедем на проекты вашего танцевального движения. Ну, девизов в нашем коллективе, по идее, так таковых нет. Но прежде всего это дисциплина у танцора, любовь к музыке, к хореографии, положительное отношение вообще к жизни. У нас в коллективе одни девочки, девушки. И сам процесс их становления, развития как личности, как взросления, происходящее в наших глазах, мне как педагогу это очень нравится, и я горжусь своими воспитанницами.